Это там друид инвалид. Можешь его мне взять? Он плюс. Ну. И Кирсори еще там есть тоже, может, кто-то Если из место демонов. будет, Вареску, берите. Вон топа еще есть. Все, я чилить. Ого, Завтра хороший еще бар. будут рейды. Нахуй нам завтра, когда будет сегодня. Так, Ну, справедливо. Так, ну, завтра я просто поэтому иду на магии, а не на присте. Так, где там друг Или инвалид? не будет завтра этого Чего не будет? РСК? Ну, две точно сегодня неохота. Нам завтра же ТГМ. Так, а кто ушел? Я РСК не завтра понял. Тоже стоит. Ну, мы закроем ТГМ. Интек ливнул. Так-то, в принципе, неплохо. 4 инста. Так. Ну, это потому что нужно, чтобы реально рейд был заряженный. Че с гдыщ? Все, спиратая. Горота ушел. Меч за 150 забрал. Этот. За 50%. Кому? С гдыщу? А-а-а. Ребят, ну сколько раз можно говорить? Ну если вам не нужна эта шмотка, зачем вы ее берете? Пусть другой берет. Чтобы войду не, ну как, не перекидывать каждый раз. Хули, они думают, тут не войд, тут робот какой-то сидит, хуярит. А чё, нет? Нет. До 7 утра сидит, блядь. Яночка, давай шкаф. Во флудилке переписывается, спать хуй идет, блядь. Войд, кинь продукт на замену, пожалуйста. А потом еще и пара идом, а? Разве не робот? Лишних шумов мы никогда не слышим. Получается, нам надо два человека. Два ТД. А кто ушел? Продукс ушел. Вы уже свечнули? Да мы и без двух справимся. Я не ушел, ну, я здесь, да. Просто если нет замены, то я останусь, что вы говорите. Так, кто там хотел еще в рейд? Ну, принимайте сумон. Да, я почилю. В танке. Ты в танке? Да. Ну, давай. Ты в танке. Ну, я на трэш останусь пока. Войд, слышишь? Если говорю, 25 человек нет, то я буду. Есть, есть. Что, понял, тогда на замене. Че, меня возьмете, нет? Или уже есть место? Да есть, тут дохуя людей. Потом по ЕПшке после рейда. Да. Все, танки, давайте. Агрите кого-нибудь. Где хэпалы, блять? Вы будете с ума думать? Три хила на месте. Включите стрим, пожалуйста. Спасибо. Там же был стрим, блядь. Или вы два сделали? Нет, был, не было стрима. Точно куда-то ушел, и стрим пропал. Я, получается, почилю, нихуя себе. Ладно, хапали почилишь. Да какой хапал? Да, что-то больше. Редрики почили. Редрики не дамажат. Дамажат, но немного. Топ-5 да. Будут. Иду в ретрика, вы там вот так вдвоем затанчите. Эту хуйню всю. То, блядь, только в топ-5 там, блядь, ротация. Да пизда нахуй. Ага. Еще 10 кнопок является, да? 1-1-1-1-2-2-2-3-3-3. Хуй там, там пианино, блядь, ебан. Да не сложно там ротацию ретрика в топ-5. Пианино это хорошо. Просто нажимать кнопочки приходится прямо по КД. Но. Без вариантов. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Джаги, по-моему, там через макросы делаются. Да, так, джаги там через макрос. Так что считаю, вот уже одну кнопку, а не целых три будет занимать джоги. Че,
что там, простакал одну джагу, берешь все скиллы и прокающий через настакал скиллы. Настакал одну другую. Джагу, потом с этой джаги, которой прок идет, юзаешь этот спелл, блять. Ну да, юзаешь следующую через джагу. Потом следующая, потом на следующую да, другую да. спелл, через спелл жмешь, потом когда третью. Когда все три джаги переюзал, блять, появляется новая кнопка, нахуй. Печать инквизии. Что вы хреньку будете говорить? Нет. Сделали паладинов, как на классике, было прикольно бы. Я тебя скину ротацию, Лёха, посмотришь, блядь, ты ёбнешься. Нет, как... на ретрике. Вообще охуительная ротация. Мат, мы еще написали, мы играть как на классике. Да, и паладины как на классике. Ой, паладин на классике еще супер. Без скиллов. Да, чисто просто, знаешь, там. Нет, у него ПВПшная. Нет, у него ПВПшный билд был вообще мощный. Там через шок небес. Косил где направо и налево. На классике шаманы рулили. На классике, да. У орды. Не, на классике у это. У орды полисты еще жестко мочили. Всех. А, блядь, шаман с двуручным топором пробегал, нахуй, и просто за один удар ложил. Ну, это, когда винфури работала. Прикольно то, что типа у орды были шаманы, а у альянса больше этих только паладины. Паладины. А присты, а как же присты у орды? Присты были у всех. Но присты орденские были лучше. Не, нет. Ну типа да. Имеется в виду то, что у орды были шаманы, а у, ну, у да, альянса были только паладины. Ну там только лучше были, потому что тролли были и все. Ну да. Да, или андеды. Ну и смотря в чем, опять же, у дворфа был антифир. У дворфа там вообще был имбой на классике, там он был всем, и танк, и ДД. Хотя мне кажется, танк был лучше, что там еды снимал и броню давал. Он еще вроде кровотечение снимал. Но вот яды, кровотечение, броню, что-то... Нет, яды гномы снимали. Гномы разве? Нет, там каменная кожа называлась скидом. Но... У двор. А у гнома это просто там быстрые ноги, я без вижу не снимаю. Мне нужна помощь. Твоя сила на исходе, древнейшая. Скоро ты присоединишься к своим друзьям. К своим бичам. Я понял, блядь. Так, на 100 сервера, да? Цирк приехал. На 100 сервера? Это что такое? Это... Ну, цирк. Я опять не могу. Цирк, цирк. Ну, сейчас клоуны. Мы именно цирк. Почему здесь цирк? Я понять ничего не мог. Клоуны в цирке. Видишь, не хилят нихуя. Я понял нахуй. Ладно. Где сильно. Второй? Где от второй? Стаков, второй танк, где? Пиздец, жесткая нахуй. Охуе. Сум есть? Нет. Мы бьемся. Да не стойте ж вы перед ебалом, а?
Ревностный, смотрите. Ходи. Батя, что с этим мобом? Бля, нихуя он огромный. Пьете там, а? Как это могло произойти? Горите в говне хозяина. Сгорели. Надо сумануть. Надо сумануть, надо сумануть, надо сумануть, надо. А третий танк кто? Один подержишь. Гамурчен, ты где? Понятно. Надо было, я танканул бы. Кас, Юля, таун, давай. На откасе ты таун даешь. Метки надо вам, нет? Или так? Это я для себя обычно ставлю. Так-то похуй, всю жизнь без них можно хотя бы обойтись. Садись. А пол нахуй дринк? Кого там суман надо было? Вроде всех. Вроде всех суманули. Пришли на кого на пол руги? Все тут руги. Есть же история крипто ревел.
4, 3, 2, 1. Тёр, перебежали. Чё, танк заходит? Алло, вы танки нахуй? Бичи. Бичи, сука, блять. Ебать. Вы просто крейзи нахуй. Мозг, что с мозгом нахуй? О, из хилов остается в свету. Ну хэпал, блять. И ДЦ, да? ДЦ. Понял. Ну сейчас ты один там ДЦ дохлый, блядь. Пиздец, блять, кринж нахуй. Так мордаун светл стоит. Ща порежет тех. Двигайтесь сбоку, нахуй. Слепые совсем, а. Нахуй. Блять, бомжи, нахуй, падайте. Вставай спиной, стопайте хил. На фиолетовый. Что с мозгом, нахуй? Алло, время дохуя в жизни, блять. Или как? Или никуда не спешим? Ни работы, ни семьи, нихуя нету. Ни учебы, блять. Ну сука, ну заходим на танк, ну какой хер ты крутишь? Затем, что вам сказали, падаем, блять, вы глухи или как? Так просто встать нельзя? Да? Нет, не надо вставать. Вот теперь в заходите. В одну точку, чтобы сдохли во тьме. Все, заходите. Во-первых, сначала заходит танк. Это для бичей, которые сдохли, в портал натыкали. Только потом вы заходите, когда увидите, что танк ушел, блядь. Чтобы это смотреть, надо рейдфреймы нахуй включить, блядь. Прием, блядь. Вилаша же во тьме танчила. Ну, да. Это Вилаша делай, чтобы, как сказать, лезвие у тебя с правого плеча было. Разделяло нас и тебя. А то так получается мы... Чтобы оно тебя догоняло, а не рейд. Да, да, да. А так получается мы сможем в это... Ну, как вот сейчас тантил, вот и мы можем под дыхание забежать случайно. За линию зайдите, а то останетесь там за огнем, блядь. А полы на полидринка. Перебежали метеор. Ждите, Вилаша заходит. Все, зашла. Малышка, беги!
Третья, четвертая свет. Тьма, стопните пока. Хэлла, ты вышел, нет? Вон портал. Портал открыл. Метеор. Похильте, а? Давай святую Геру там. Метеор перебежал. Бомжи, блядь. Да. Твоя метка. Метеор добили. Чешка. Хиловская. Помойка. О. О, поясок, в принципе. Поясок. Поясок. Тебе он не нужен. Не залезь даже. Поставьте портал. Что это мне не нужен? Зачем он тебе? Ну? Третий спек пусть валяется. Ага. Портал. Хэлла, надо тебе, да? Ну да. Так, все 10% нажимают. Так, а сейчас... тебе на кой? Ну это же РДДшный. У меня 264. Так. Ну как бы он и под хила тоже пойдет. Позакинул. Что-то я подзаебался. Ну так нифига, 4 инста пронести за КД. А ты за ЦЛК, да, закинул за РС? ЦЛК уже давно накинул.